Бирск славится активной спортивной жизнью. В нашем городе проводятся соревнования не только местного, но и всероссийского и международного масштабов. Накануне в спортивном комплексе «Кристалл» состоялся 25-й чемпионат Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу. Я благодарен городу Бирску, городу, который душой встречается всегда. Ну, естественно, Виктору Алексеевичу, который создает такие хорошие, красивые помещения. Люди, приезжающие, говорят: проводите, проводите, еще раз проводите. Желающих побороться за призовые места и показать свою силу немало, порядка 300 человек. Причем участие в четырехдневном турнире приняли не только мужчины, но и девушки. Возрастных ограничений не было, самым младшим спортсменам всего по 14 лет. На протяжении всего чемпионата участники состязались в двух дисциплинах – троеборье и троеборье классическое. Главная цель турнира для многих спортсменов – выполнить норматив названия «Мастер спорта России». Сергей Федосиенко считает легендой пауэрлифтинга. Участие в масштабных турнирах он сочетает с успешной тренерской работой. Он дал совет начинающим спортсменам. Юным спортсменам хотел бы посоветовать приходить на соревнования подобного уровня, потому что это, ну, достаточно серьезные старты. Здесь они могут посмотреть на именитых спортсменов, зарядиться энергией для дальнейших тренировок. Пошел в тренажерный зал подкачаться, но все перешло как-то в пауэрлифтинг. Занимаюсь, наверное, с 2002 года где-то. Стал сильнее, здоровее, надеюсь. И добрее. Чемпионат Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу завершился вчера, 11 декабря. По итогам в командном зачете лучшими в троеборье и классическом троеборье стали спортсмены Новосибирской области.